Продолжаем выпуск. В Адыгею приехали более 100 юных математиков из России и за рубежа. В республике проходит 4-я Кавказская математическая олимпиада школьников. Состязания разделены на 2 тура, в каждом по 4 задачи. С теми, кто их разрабатывал и кому предстоит их решать, пообщался Андрей Чистяков. Вот линии, эти 2 треугольника равны, и все элементы у них попарно равны. Симфонии цифр и мелодии простых знаков собрали в майкопе школьников. В одинаковых толстовках с узором из формул сеньоры и юниоры. 2 весовые категории Кавказской математической олимпиады. Их более 100. Победители национальных состязаний, самый точный из наук. Ой. Ну, во-первых, математика хороша тем, что она прокачивает ум, мозги. Диане Гула 12. Она самый юный участник олимпиады. Конкурс новый, но очень быстро набирает популярность. Только в этом году 10 иностранных команд из Турции, Монголии и Болгарии. В международном жюри профессор из Люксембурга. Задачи, которые придумали российские организаторы Олимпиады, очень сложные, и нам нравится их решать. Математически разрушать границы и сделать Кавказ одним уютным научным домом попытались в Майкопе. Здешняя научная школа родом из сочинского Сириуса. Мы одной из задач этой олимпиады для школьников российской, из России, мы рассматриваем как этап подготовки к заключительному этапу Всероссийской олимпиады. Также и ребята из других стран могут рассматривать ее как этап подготовки к финалам национальных математических олимпиад. Олимпийское спокойствие на конкурсе только у школьников. Для их наставников Кавказ устраивает настоящий мозговой штурм. Композиторы задач этого состязания, да, именно так зовут математиков, создающих оригинальные тесты, погружают в стройную магию чисел своих коллег. Идем дальше. Теперь мы рассматриваем такой цветочек. Флавер, как он написал в статье. Лекции, круглые столы весь световой день. И руководители команд, и школьники в непринужденном общении с профессорами известных высших учебных заведений нашей страны. Традиционно Кавказская математическая олимпиада поднимает на ноги большую часть республиканского центра. Бегущий Майкоп – уникальная головоломка с заданиями, разбросанными по всему городу. Чтобы пройти лабиринт городских улиц, нужно не просто дружить с математикой, нужно полюбить ее. Андрей Чистяков, Евгений Радаев. Вести из Майкопа. Адыгея.